Девочка, которая поет, девочка, которая читает, девочка, которая ведет себя наоборот. Воу-воу. Девочка, которая живет, девочка, которая мечтает, девочка, которая найдет себя, найди меня. Мама-пала, то ли ты слишком... Всем привет, дорогие друзья! Сейчас разберем песню «Папин Олимпус», девочка, которая поет. Только перед началом просмотра этого ролика обязательно вот здесь посмотри кавер на эту песню, как я ее играл, а я тебе уже покажу основные принципы, что тебе нужно знать. Поехали! Итак, указательным пальцем нажимаем на третьем ладу пятую струну, а безымянным четвертую струну на пятом ладу. Вот так, две струны зажали. Третий лад, пятая струна, пятый лад, четвертая струна, да? Здесь играем вот эти две струны по очереди. Пятую струну басовым пальцем, большим пальцем, а четвертую струну указательным. И приглушили, да? Вот так. Дальше. Эта позиция сохраняется, только переставляем на другие струны. Вот, я еще не сказал. Значит, когда сыграли две струны, приглушили, и тогда еще раз большим пальцем надо вот эту струну сыграть. И тогда мы перемещаем. То есть, вот так. Ясно, да? А вот это, что тут у нас, значит, седьмой лад, указательный седьмой лад, и вот безымянный девятый лад. То же самое, да? То есть, играем. Та-рам, приглушили, большим сыграли, и поскользили сюда, седьмой, девятый. Та-рам, приглушили, ясно? Та-рам, та-та-рам, так должно быть, еще раз. Та-рам. И, ну, и тут также бас повторяется. Там. И уже перемещается указательный палец на шестую струну пятого лада. Ну, а здесь у нас пятая струна, да? Да, пятая струна седьмого лада. То есть, смотрите, у нас такая картинка. Вот эти два пальца, они играют через лад. Вот, они в позиции, а мы просто меняем вот струны и лады. То есть, начало. Вот так, да? Дальше играем вот тут. Да? Та-рам, та. Вот та же картинка. Та-рам, та. А потом. Та-рам, та. Та-та-та-та. Доставляем мизинец. Та-там. И безымянный. Та-там. Все. По дважды на каждую струну. Еще раз сначала. Я надеюсь, понятно, да? Главное понять вот эту картиночку. То есть оно все повторяется. Ритмический рисунок повторяется. И вот пальцы в одинаковой позиции, только на разных ладах и на разных струнах. Все. Все изи, просто. Поехали дальше. Хорошо, как дальше играл я? Я играл вот сложные аккорды. Я брал вот здесь, да, барешки брал вот. Напополам, то ли ты слишком умна, то ли я тупой. Да, вот, чисто барешками брал. Вот, но на самом деле можно играть намного проще. Только одна барешка будет, тут фа мажор, F. То есть, какие у нас аккорды? Это до мажор, С. Да, вот. Дальше. Ми минор. Е. Вот. Дальше. Ля минор. АМ. И аккорд F. Вот эта барашка только. И все. В принципе, то же самое можно на этих аккордах играть. Вот. На пополам. То ли ты слишком умна, то ли я тупой. Да, ну, типа, вот. Но... Оно, согласитесь, не так звучит. Ну, для новичков, народ, кто новичок, кто еще аккордами там не особо владеет, играть вот эти простые аккорды, оно тоже красиво, оно тоже пойдет, и это будет, ну, правильно, это будет хорошо. Вот, кто уже немножко прошаренный, и типа барешка ему не проблема, играем вот эти аккорды.
Значит, с этими аккордами разобрались. Вот тут те же самые аккорды, только как мы тут играем их. Вот. Значит, зажимаем на восьмом ладу, вот, 5, 7, 8, да, вот басовую шестую струну на восьмом. И вот здесь зажимаем на девятом ладу, ой, на десятом, пятая струна безымянный и четвертая струна мизинец. Вот. Вот эти раз, два, три. Вот эти три струны мы зажали. Вот. И все. Мы играем только эти три струны. Да? Вот. Напополам. Напополам. Тут мы опускаемся. Короче, как мы опускаемся? Опускаем каждый палец. Ну, я тут пережимаю вообще вот тут несколько струн. Вот это не важно. Мы только играем вот эти три верхние, там, четыре максимум. Вот, тут вот мы сыграли вот так, да, вот, шестая, пятая, четвертая, потом на один лад ушли сюда, да, на, обратно, и вот эти два пальца, вот эти, мы перетаскиваем немножко вниз, вот так, вот, а здесь пережимают, ну, вот эти все пережимайте, четыре, тоже нормально будет, вот так, да, вот, ну, только четыре струны верхние играть, и все, дальше вот этот аккорд, ля минор, да, барешный. Вот, на пятом ладу барешка, и тут вот на седьмом ладу вот эти две струны, пятая и четвертая. Сыграли, потом, ну еще раз. Ага, потом играем, вот, на восьмом ладу и десятом. Восьмой, десятый лад, вот, пятая струна, четвертая и пятая струна. Безымянным четвертую струну зажимаем на десятом ладу, а мизинцем зажимаем третью струну, да? Это типа фа минор получается, да? Или фа мажор какой-то, фа мажор. Ну, короче, ну, неважно. Напополам, то ли ты слишком умна. Понятно? Вот тут как получается. То есть ты слишком умна. Мы играем вот этот аккорд, да? Потом немножко там на один удар перемещаемся вот сюда чуть-чуть, а потом возвращаемся опять вот сюда. То есть какие здесь аккорды? Вот первый, да? На восьмом ладу и на десятом ладу вот эти две струны, да? Потом опускаемся на каждую струну ниже и на один лад ниже. Вот сюда. Потом играем ля минор. Вот эти три струны басовые. А потом играем вот. Пятая струна, четвертая, третья. На восьмом и десятом ладу. На один раз смещаемся сюда. И в исходную позицию. Вот это по аккордам. Идем дальше по бою. Что у нас по бою? Значит, как я играю? Значит, так, приглушу струны чисто. Вот будем играть, изучать бой. Понятно, да? То есть вниз, вниз, та-та-та-та-та, вниз. То есть акценты мы делаем вот так. Вниз, вниз, та-ра-та-ра-та, вниз. Вот это тара-тара-та, это не важно. Ну, как, это важно, но типа, ну, тут как-то я не считаю, сколько раз. Ну, сейчас посчитаем. Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Там 5 раз. Короче, не важно. Играть на слух. Надо играть на чувство ритма. Вот. Да? Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Как-то так, да? Там, там, та-та-та-та. Так, попробуйте, да? Вниз, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз, вниз. Там, там, та-та-та-та-та-та. Ну, короче, вот так. И так на каждый аккорд, да? Вот, смотрите. Ясно, я соврал. Так на два аккорда. То есть, вот этот бой. Вниз, вниз, та-та-та-та-та, вниз. Играем на два аккорда. Разделяем, то есть, начало. Там, там. Первые два удара на
первый аккорд. Вот это мы перемещаем, да, и играем вот на второй аккорд. Вниз, вниз, та-та-ра, вниз. Понятно, да? То есть вниз-вниз играем на одном аккорде, вот этот играем на приглушенных струнах и играем вот второй аккорд. Да? Понятно, да? На второй аккорд я уже играю вниз-вверх-вниз, даже вот так. Ну, тут чувство ритма должно включиться, ребят. Вниз, вниз, та-та-та-та. Вот, я сыграл медленно, я думаю, понятно. Дальше, третий аккорд. Все то же самое, с третьим-четвертым аккордом все то же самое, ну, практически. Да? Понятно, да? Та же картинка. Пока мы перемещаем вот это, играем вот эту штуку, вот, до этого аккорда. Вниз, вниз, та-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 
и вот этим пальцем играем вверх один раз. И все, и в начало. То есть там, 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 ясно. Та-ра-та-там-там. И вверх. И вниз, на изначальный аккорд. Еще раз с самого начала. Ну, типа такое. Оно в движении под песню, оно, ну, очень круто звучит. То есть я надеюсь, типа, все обязательно получится. Вот точно так же сыграть, вот включить чувство ритма, вот попробовать, заучить это все хорошо. И все будет четко, все очень просто и легко. Ну что ж, я надеюсь, тебе понравился разбор на эту песню. Если это так, обязательно ставь палец вверх, пиши в комментариях то, что ты думаешь, и подпишись на канал, если ты этого еще не сделал. Всем удачи, всем пока! I've been quiet for too long.